Я, ребят, всем привет, с вами как всегда я Валрус, и вы, наверное, зашли на это видео, чтобы узнать, как же я записываю свои видеоролики. Пойдемте со мной. Ну что, ребят, вот мое рабочее место, за которым я сижу, снимаю, монтирую свои видеоролики. И на самом деле оно очень классно выглядит. Не знаю, как вам, но мне вроде бы нравится. Все в тон, красный. Ну и там тоже что-то такое. Это я, неважно, окей. Это, если что, моя вебка, с помощью нее я или стримлю, или что-то еще делаю. Компьютер не сильно мощный, не сильно крутой, но сойдет для видосов. Микрофон, клавиатура, монитор, все обычно. Наушники, мышка, коврик, вода. Вода — это самое святое на самом деле. Вот, если что, мой фон, который вы постоянно видите у меня за кадром. То есть я сижу здесь, а вот мой фон. Интересно, а что если я вам покажу, что находится за этой дверью? Там, конечно, не очень убрано, но в принципе можно будет посмотреть. Здесь коридор. А, кстати, надо посмотреть, я тут есть? Тут есть я. Кстати, да, это моя камера, она очень классная. Да, она прикольная. Окей, давайте мы отсюда уйдем. Так, а если мы зайдем на кухню? Ага. Понятно. Короче, ну ладно, все, я понял, да, я не очень питаюсь. В принципе, вот мое примерное рабочее место, именно здесь я и записываю. И подробнее я хочу сейчас вам рассказать о том, что мне недавно приехало. А именно об этом офигенном и крутом стуле. Посмотрите, насколько он огромный. Это просто офигенно, реально. Раньше у меня был, сейчас покажу, бежим. Раньше у меня был вот такой стул. Я на нем сидел около 5 лет, ой, даже больше на самом деле. И... пока. Этот стул от компании Red Square, и он очень классный, блин. Это кресло Red Square, которое создаются четким стандартом качества, чтобы удовлетворить своих клиентов. Полностью удовлетворить, потому что это очень удобное кресло. Они изначально разработаны для гейминга, но также подойдут и для работы, и комфортного отдыха. Серьезно? В отличие от обычных офисных кресел, кресло Red Square обладает вот такой огромной спинкой, на которую можно просто взять, сесть и облокотиться. Сверху донизу. Снизу доверху. Да. Если что, это оранжевое кресло от Red Square, также есть еще желтое. Ну вот вы сами посмотрите, их очень много тут цветов. Также этот стул класса Pro, также есть люкс и комфорт. Можете сами выбрать, что вам больше нравится. Настраиваемые подлокотники. Посмотрите, я могу вот так делать, а могу вот так и вот так. Ну вообще это очень удобно на самом деле. Двойные неоновые колесики, если вы видите, они могут выдержать огромный груз, даже если вы очень много весите, так что... они точно не сломаются. ПУ кожа. Это кожа, которая легко чистится и не позволит вспотеть вашему телу, если вы будете на нем сидеть очень и очень долго. Подушки для удобства. Здесь подушки, здесь подушка. Они очень удобны. Это просто офигенные подушки. На них можно сесть и просто сидеть весь день. И больше всего в этих креслах мне нравится, знаете что? Сейчас вы увидите. Раз, два, три. Да, на них можно лежать, и вы не упадете вниз, не бойтесь, вы реально не упадете вниз. Как же это офигенно, господи. Если что, этого кресла можно взять, снять эти прекрасные подушки, не знаю, зачем их снимать, потому что они очень классные, и тем более идут в комплект совершенно бесплатно. Но если вы, конечно, хотите, их можно не надевать, то есть вот так вот взять, снять очень простым движением руки, и сидеть без них. Но на самом деле, ребят, подушки — это очень классная тема у этих стульев. И они играют очень большую роль у этих стульев, потому что они сами очень качественные. Также из этой ПУ-кожи, я так думаю, и они очень классные. Они... Сам стул, кстати, по своим объемам весит не очень много, его можно взять и поднять. И, в принципе, этот стул отличный вариант для человека, который часто сидит за компьютером, или же просто за столом, в офисе, делает уроки, например. Можете взять, облокотиться. Так, опа. Вы можете взять, облокотиться и сидеть, и у вас будет хотя бы нормальная осанка, потому что на старом стуле я просто получил сколиоз. Ну ничего, с этим стулом, я думаю, я все исправлю, потому что спина у меня будет прямая. Ну или не прямая. Блин, вот это реально фишка очень крутая, серьезно. Естественно, как и у всех стульев, но я даже не хочу это объяснять, можно регулировать высоту стула, можно сделать его очень низким или очень высоким, зависимо от того, какого вы естественного роста, и можно использовать это как лифт. Классно. Вот я сижу на этом стуле и просто не хочу с него слезать, потому что этот стул очень классный. Еще подушки бы надеть. Кстати, надеваются они очень просто. Опа. То же самое делаем с этой стороны. Бамс, бамс, бамс.
Готово вроде? Готово! Все, берем и садимся на стул с подушками. Ах, как удобно! Я оставлю ссылку на этот стул в описании. Там есть еще другие стулья, другие цвета и другие даже аксессуары. Там много чего есть. Клавиатуры, мышки, наушники. Ребят, переходите в описание и смотрите просто другие ассортименты этой компании, потому что это очень качественно, это очень годно. Советую. Вот я и сел на самое крутое кресло в мире, и сейчас я хочу рассказать вам, как я вообще снимаю свои ролики. Если что, я их снимаю на OBS, вы прямо сейчас его видите. Записываю я тут, например, приколы, на которые я реагирую, или же сам Майнкрафт, просто можно поменять сцену и записывать Майнкрафт. В принципе, это очень просто. Монтирую же я свои видеоролики в крутой, надежной, умной, крутой, офигенной программе Vegas Pro. Даже, наверное, тут проект загрузится. Да, вот по видос. Что тут будет, интересно? Раз, два, три. Йо, ребят, всем привет, с вами, как всегда, я Валрус, и сегодня будем опять, как всегда... Да, и именно в этой программе. Это очень удобная программа. Ребята, сидя на этом классном кресле от Red Square, я могу вам официально сказать, что оно очень удобное. Вот я сейчас сижу, я испытываю максимальный комфорт, когда я записываю это видео. Я готов сидеть на нем вечно, а могу и лежать. Опа! Кресло очень доступное и удобное на российском рынке. Ссылка в описании. Блин... Это офигенно. Ладно, ребят, надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Ссылки на стулья я оставлю в описании. Это лучшие стулья, я готов на них жениться. Это очень классно. Всем спасибо за просмотр, всем удачи. Можете найти другие мои видеоролики по конечным заставкам, нажав. Всем удачи, всем пока. Пока-пока.